Доброго дня, в ефірі програма «Це вас хвилює». В студії працює Ольга Бережна. Сьогодні п'ятниця, 1 вересня, тож користуючись нагодою, хочу привітати всіх з Днем Знань, а також з першим Днем Осені. І сьогодні я рада представити наших гостей, які завітали до нас у студію. Це Олександр Єгоров, голова Всеукраїнського літературного клубу «Фенікс», та Марія Панченко, учасниця Всеукраїнського літературного клубу «Фенікс». Вітаю вас у нашій студії. Здравствуйте. Олександр, ти вже став постійним гостем нашої студії, адже ти проводиш різного роду заходи, так? І сьогодні хотілося про них поговорити. Тож розкажи, на які заходи було багато наше це літо? Значить, літо було дійсно багато на більшість праздників не тільки в Ніколаївській області, а і взагалі в деяких областях України, там, де вже існують філії нашого клубу. К примеру, в Ніколаєві проводились кілька літературних вечорів на природі і не тільки. А зовсім недавно ми провели один із наймасштабніших літературних вечорів. Це був літературно-музикальний вечір під названням «Пілігрими». Ну, про нього ми ще поговоримо пізніше. Взагалі розкажи, в яких містах, областях є літературний клуб? І чи він також називається «Фенікс»? Да, действительно, он также называется «Феникс», но просто перед названием «Всеукраинский литературный клуб» добавляется «Филия». Значит, я не буду, наверное, называть все 13 областей, назову самые там, где... Самые активные, там, где наш клуб больше всего работает, это Одесская область, Херсонская область, Днепропетровская область и Львовская область. Потому что это те самые города, которые пытаются добавить свою изюминку, которые пытаются сделать что-то яркое, красивое в своей области и показать, почему они лучше, чем, к примеру, другие. И, в общем-то, даже эта же их дружественная борьба ведет только к успеху. Тобто конкуренції немає між вами? Чи все ж таки якась є? В общем-то, нет, это есть небольшая дружественная конкуренция, и только, я думаю, для того, чтобы в конце года, когда мы подводим ежегодный отчет по всем мероприятиям, которые прошли в той или иной области, просто показать, чем выделилась та или, к примеру, другая область Украины. А скажи, ось вони заходи проводять спільно зі своїми якимись традиціями, з їхньою культурою, так? Воно уособлюється в цих заходах? Чи у вас є якась одна тема, і ви її розвиваєте у всіх областях? В общем-то, нет. Я хочу сказати, що, к примеру, Ніколаївська область більше, ну, в наших других філіях ассоциируется с русской классикой 19 и 20 века. Одесская область ассоциируется с морскими песнями, с морской литературой. Как раз в этом году, летом, наши организаторы, которые держат нашу филию в Одессе, то они собирали одесситов на пляжах, в общем-то, и на центральных пляжах, и на пляжах поселков. И, к примеру, просто вечером уже возле морского бриза проводили литературные вечера. А Львовская наша филия, она выделяется, наверное, патриотическими вечерами, потому что Львов – это город украинской культуры, и, наверное, самые лучшие стихи они читают – это стихи Шевченка, Франка. Вот так вот. Скільки зараз учасників в вашому клубі в Миколаєві? В Ніколаївському клубі, це, в общем-то, центральний клуб, откуда йдуть всі указання по остальним філіям, то в Ніколаєві у нас працює 30 чоловік, не вважаючи обычных учасників, які виступають на тому чи іншому мероприятии. Вот чисто організаторів, адміністраторів – це 30 чоловік команди. А в інших містах також? В зависимости от населения количество, потому что, к примеру, во Львове команда состоит из 20-23 человек. В Одесской области это 15 человек команды, также не считая участников, которые просто выступают на тех или иных мероприятиях. Окрім літературного музичного вечора «Пілігрим», про який ми поговоримо пізніше влітку, які ще були заходи, про які ти нам не розповідав? Наверное, один из самых
больших организаций, которые мы хотели, наверное, провести, успеть за лето, но мы продлеваем этот проект до конца 2017 года, до декабря. Это роспись стен детских стационаров в различные арт-объекты для того, чтобы отвлечь детей от серых будней, от каких-то проблем, когда они лежат в больнице, от тех же самых уколов или капельниц. Потому что это все стрессы, и на самом деле я считаю то, что дети не должны нервничать, и они должны отвлекаться на что-то более приятное, полезное, и то, что привлекает их внимание. В общем-то, сейчас мы уже закупили как раз все материалы, которые нужны, договорились с художниками, договорились с людьми, которые будут проводить работы, и буквально в течение еще нескольких дней мы уже все отвозим в детскую инфекционную больницу, и там уже начинаются работы в третьем отделении, и в начале сентября начнутся работы в первом отделении. После того, как будет закончена инфекционная больница, мы перейдем в больницу на Рюмина, и также у нас будет еще два стационара, которые мы должны будем закончить до конца 2017 года. Наші журналісти побували на конференції, яка відбувалась в одній з лікарень, і у нас є сюжет. Давайте його зараз переглянемо. Для реалізації арт-проекту організатори обрали чотири медичних заклади. Почати вирішили з обласної дитячої інфекційної лікарні. Тут є чотири відділення. Палати двох з них прикрасять яскравими малюнками понад 30 миколаївських художників. Пребывание в стационаре любом. Есть стресс для родителей, для детей самих. Поэтому очень хочется, чтобы им, детям, было прежде всего комфортно находиться в нашем стационаре. Поэтому очень хочется, чтобы палаты несли, то есть какую-то смысловую нагрузку для них. Організатори діляться. Ідея створити проект зародилась давно. Вирішив подарувати маленьким пацієнтам яскраві малюнки, які відволікатимуть від медичних процедур та хвороби. Наша головна ціль это отвлечь детей и сделать их нахождение в стационарах, сделать их нахождение, пока они вот болеют, более ярким, красочным. Активісти наголошують, на лікувальний процес проект не вплине. Почнуть розмальовувати з пустих палат, тому дітлахам та медичним працівникам не заважатимуть. Мы сразу берем же два отделения, это третье и первое отделение. То есть, к примеру, в третьем отделении есть свободные палаты, мы сразу их там рисуем, люди делают свою работу, закончили. Если палаты еще не освободились в этом отделении, они переходят в первое отделение. Там сделали, пока там сделали, уже какая-то палата освободилась. То есть вернулись в то отделение, сделали другую палату. У коридорах лікарні є декілька малюнків, проте в палатах такої краси не знайти. Декілька ліжок, тумбочки та голі стіни. Тому організатори арт-проекту планують до 20 серпня розмалювати палати. До кінця року активісти реалізують проект також у Миколаївській обласній дитячій лікарні, дитячому туберкульозному санаторії «Дубки» та дитячій міській лікарні номер 2. Коли ж все ж таки ми побачимо ці розмальовані стіни, коли вже будуть малюнки? Расповедай. Значит, на разрисовку одного отделения, как раз вот третьего отделения, с которого и начнутся работы, на все палаты, которых в отделении находится, по-моему, 5 или 6 палат, уйдет одна неделя. То есть один день на одну палату. Потому что палата должна быть пустая, без детей, потому что это краска, чтобы дети не дышали. Очень хорошо то, что палаты со своей вентиляцией идут, и запах не будет выходить на коридор. Это очень радует. Также освободилась другая палата, сразу художники наши перевели, сделали там рисунок. То есть, в общем-то, мы недавно общались уже с главврачом детской инфекционной поликлиники. И, значит, сейчас, я думаю, в течение там 2-3 дней наши художники уже начнут работу в одной из палат, которая уже сейчас свободна. Взагалі, як лікарі відносяться На до такого? самом деле очень рады были, потому что людей много, которые хотят помогать, но не все до этой помощи доходят. Потому что обещают, обещают, но, как мы знаем, то, что у нас, наверное, только и обещают. А переважно що буде намальовано? Якісь там казки там чи що, які малюнки, чи є вже ескізи? Значит, мы отдалились. Я знаю то, что сейчас большинство художников, современных художников любят
делать арт-объекты с изображением каких-то там современных героев, там мультфильмов, фильмов, то мы хотим, наверное, сделать изображение из старых народных русских и украинских сказок. Макеты, в общем-то, готовы были, не специально готовились для этого проекта, макеты были готовы у художника еще заранее, наверное, за год или за два, и вот как раз пришло их время. Взагалі, у вас є партнери? Хто у вас у цьому підтримує? Значит, на сьогоднішній день всіх наших партнерів зрителі можуть прочитати і побачити в Фейсбуці на нашій офіційній сторінці нашого проєкту Arts Freedom. Сьогодні я не буду їх всіх перечитати, тому що на самом деле знаходиться в наших партнерах достатньо багато фірм, і весь їх список наші зрителі зможуть ознайомитися на офіційній сторінці проєкту в Фейсбуці. А також зовсім нещодавно, 29 серпня, відбувся літературно-музичний вечір під назвою «Пілігрими». А в нас також побували там наші журналісти, все бачили на власні очі. Давайте ще раз подивимося, і що вони нам там підготували. Олександру Колеснику 8 років. Вже кілька років хлопчик співає в хорі, а тепер вирішив спробувати себе у театрі. Ну, взагалі, мені це дуже подобається займатися. Ну, просто я как бы-то хочу быть, ну, вот, артистом, не артистом, я не понимаю, просто мне очень сильно нравится. Мріє пов'язати своє життя з театром і Юлія Турбіна. Дівчина давно цікавиться літературою. Каже, найбільше їй подобається виступати зі сцени. Попри досвід, без хвилювання не обійшлось. Задивленим варшавським гетто, де воїн свій кривавий хід, все переходить в брутто-нетто. Серед трущок єврейський схід. Раньше было увлечение, сейчас я серьезно задумалась над тем, чтобы связать с этим свою жизнь. И надеюсь, что пока от этой мысли не отойду, и все получится. Организовал захід літературний клуб «Фенікс». В ньому 30 постійних учасників. Пілігрими – это и есть те самые классики 19 и 20 века. Это те самые странники, которые блуждают по свету, которые блуждают даже после смерти. Они вонзаются в каждую человеческую душу и заставляют задуматься над их произведениями. Для большинства участников цей захід став першим виходом на сцену. Діти зізналися, наступного чекатимуть з нетерпінням. Одразу видно, що дітям сподобалося, да, такий захід. Взагалі, чия ідея, чия ініціатива була для створення такого вечора? Значит, вообще официальный организатор, официальная идея возродилась у организаторов Всеукраинского литературного клуба «Феникс», а поддержал проект также и Молодежный народный театр «Стук», и образцовый коллектив Украины «Театр слова «Дарунок неба», ну и, конечно же, директор Русского драматического театра Артем Александрович Свистун. А скільки взагалі було учасників на заході? Значит, у нас было 15 концертных номеров, это приблизительно 12-13 участников. Розкажи, що там взагалі відбувалося, що робили учасники, які були, ну, якою творчістю вони там займалися, що представляли? На вечере была представлена не только русская классика 19 и 20 века, это были не только стихи, а также мы, наши выступающие, показали и строгие виды танца, у нас были хореографические номера, также пелись романсы, пелись прекрасные песни 20 века, уже советские песни. А также на финал мы уже перешли, для всех был сюрприз, к, наверное, к современной музыке, и один из наших выступающих исполнил уже современную песню. Я хочу сказать то, что, наверное, хоть и вечер был классический, по как раз мы шли по Пушкину, по Есенину, Лермонтову, Бродскому. В общем-то, вечер «Пилигримы», кто-то уже и подумал, то, что назывался в честь произведения Бродского, было у него такое произведение «Пилигримы», но хочу сказать то, что нет. «Пилигримы», как в сюжете и говорилось, это те самые странники, те самые путешественники из 19-20 века, те самые поэты, которые пришли к нам в 21 век, и напевают нам в наших душах, в наших сердцах свои прекрасные произведения.
Марія, нарешті питання до тебе. Ти була учасницею цього вечора. Що ти робила? Що там представляла? На цьому вечорі я пела. Я спела дві пісні. Які? Алли Пугачовой, «Куда уходить дитинство» і «Погода в домі». Угу. Чому саме такий вибір? Ну, хотілося більше, наверное, приятные какие-то теплые песни спеть, чтобы поднять людям настроение. Вечер выдался холодный, поэтому как бы душевное тепло, ну, оно не будет лишним. Взагалі, ты берешь участь у заходах, так, які організовує літературний клуб «Фенікс». Ти там співаєш завжди чи декламуєш також? Ні, ну, пою завжди. Так? Да. Ще були вокалісти? Да, также были вокалисты из муниципально-академического колледжа, также были вокалисты из университета культуры и из, значит, юридической академии. С нами сотрудничают практически все учебные заведения нашей области, и не только Николаевской области, в других областях с филиями нашего клуба также пытаются сотрудничать практически все университеты, потому что воспитывать культуру в сердцах молодежи это очень важно, чтобы наше подрастающее поколение понимало то, что в жизни не самое главное компьютеры и ноутбуки. Нам нужно общаться между собой вживую, и нужно понимать то, что добро это и понимание это одно из самых главных, что есть вообще в мире между людьми. Ну, ты кажешь, компьютеры и ноутбуки это не найголовніше, а ось як можуть учасники почути про ваші заходи? Наприклад, ти кажеш, що афіша у соціальних мережах. В общем-то, да, но давай вспомним, наверное, как люди слышали про какие-то концерты или про какие-то другие культурно-массовые заведения в начале того же самого 20 века. В общем-то, сказал одному, и пошла цепочка общения, и к этому мы пытаемся, это наша цель. Да, мы пытаемся достичь этого, потому что общение между людьми, это и есть одной из целей литературного клуба «Феникс». Мы не хотим, чтобы мы общались дистанционно. Конечно, без телефонов, без мессенджеров наша жизнь, в общем-то, в 21 веке практически мы себе ее не представляем. Но мы хотим, чтобы наши участники, наша молодежь общалась между собой вживую немного больше, чем общались через мессенджеры. А ты кажешь, что вы співпрацюєте зі школами Миколаївської області. Да. Ви туди приїжджаєте, щось влаштовуєте, щось організовуєте чи також? Значит, у нас уже были попытки провести какие-то проекты в учебных заведениях, это и в высших учебных заведениях, университетах, или, к примеру же, в школах. В некоторых школах, к примеру, в 35-й, в 22-й мы уже проводили некоторые мероприятия, но учебный процесс, собрать детей в актовом зале или куда-то отвезти немного сложнее во время учебного процесса. Поэтому мы сотрудничаем со школами с помощью того, то, что мы, к примеру, присылаем им приглашение, положение на тот или иной фестиваль, они уже помогают нам выступающими, они дают своих детей в наши верные теплые руки, и мы уже, в общем-то, продвигаем этих детей к высотам культуры. Давайте повернемося до пілігримів. Особисто твої враження і твої враження, Марія, чи потрібні такі вечори і чи все вам вдалося? Чи Марія, були якісь нюанси, якісь проблеми? Ну, як по мені, очень вечір удався, тому що, ну, все було організовано достатньо професіонально. Було легко участвувати в такому вечорі. Все было в теплой, уютной обстановке, и все прошло хорошо и гладко. А чи хотіли ви, щоб цей вечір, наприклад, був як конкурс, вже, щоб хтось оцінював учасників, чи тільки... Я думаю, то, что лично такие вечера должны проходить, как Мария уже сказала, в теплой и дружественной атмосфере, потому что это искусство, это культура, люди хотят прийти, посмотреть не на то, как соревнуются дети и нервничают, выиграют они или нет, а, наверное, только потому, что человек хочет выйти, показать, на что он способен, показать, что у него есть в душе и в сердце. И, как я уже, наверное, вчера говорил многим журналистам, то, что также одной из моих целей – это не то, чтобы
мои артисты, мои актеры читали только голосом и своей памятью. Я хочу, чтобы артисты читали сердцем, чтобы они любое произведение пропускали через себя, прочувствовали каждое слово. Именно поэтому мы дали артистам возможность репертуар подобрать каждому артисту свой. Ще побачимо такі вечори? Я думаю, да, но, к сожалению, это, наверное, будет уже в январе месяце, так как сейчас мы готовимся к двум массовым проектам и делать, к примеру, такие вот небольшие литературно-музыкальные вечера. Я думаю, у нас не будет чуть времени. Ми так вже плавно підійшли до нових проєктів, так? Давай розкажи нам детальніше, що це, де буде відбуватися, розповідай. Значить, перший проєкт, який буде от якраз в ближайшее время, це пройде 30 октября. Это прекрасный проект, он уже будет проходить в Николаевской области второй раз. Это международный фестиваль поэзии и искусства «Серебряного века силуэт». В этом году мы надеемся, то, что этот фестиваль пройдет на базе Русского драматического театра. Также мы немного расширили... Значит, если в прошлом году у нас было только декламаторское искусство, то в этом году у нас будет и вокал, и хореография. Так что я думаю, хотя некоторые люди у меня уже спрашивали, какую хореографию вы хотите увидеть из Серебряного века, так как в Серебряном веке, это как раз до 20-х годов, танцевала, в общем-то, самая известная танцорка на... весь мир, это была Исидора Дункан, то я хочу сказать то, что не обязательно танцевать что-то из того времени. Можно просто станцевать, сделать хореографический номер на тему Серебряного века. В общем-то, хореографическим коллективам это очень понравилось, и сейчас уже многие хореографические коллективы не только Николаевской области, а вообще всей Украины уже готовятся. Также это будут и театральные постановки, которые будут проходить вообще на центральной, на главной сцене Русского театра. Это будут небольшие отрывки, подготовленные театральными студиями всей Украины, ближнего зарубежья и дальнего зарубежья, которые к нам приедут. В общем-то, мы также ожидаем два театральных коллектива из Америки. В прошлом году у нас участвовало несколько студентов университетов Америки. Они просто читали стихи на английском языке. И, в общем-то, это... всем понравилось. На иностранные языки у нас было свое жюри отдельное, которое проверяло это все, смотрело и оценивало. На русский и украинский язык было также отдельное жюри, которое, в общем-то, смотрело уже это все на сцене и видеоматериалы, которые присылали люди, которые не смогли приехать в Николаев. Давай еще раз, 30-го... 30-го числа начинается открытие фестиваля. И фестиваль пройдет в течение 2 дней. Первый день это будет открытие и конкурсная программа. Второй день это будет уже награждение и закрытие фестиваля. А жюри уже вызначилось? Кто это будет? Значит, конечно же, половина жюри это будет то же, что было в прошлом году. И Сергей Гололобов, и Екатерина Мирзаян, и Сталина Лагошняк. Также мы надеемся, то, что приедет Василий Васильевич Неволов из Киева, будет в жюри. Также мы будем приглашать народную артистку Украины Нину Александровну Ильину. И также мы, наверное, в жюри, я очень буду рад, если будет присутствовать директор Русского драматического театра, как хозяин, в общем-то, заведения, где это все будет проходить, Артем Александрович Свистун. Мария, ты будешь брать участь? Ну, я еще об этом не думала, но хотелось бы. Ты же запрашивала Марию. В общем-то, рекламу мы сейчас только подготовили материалы, подготовили положение. Сейчас будем уже на следующей неделе рассылать во все области Украины. Будем отсылать в Беларусь, в Молдову, так как в прошлом году участвовали также молодежь из Молдовы, Беларуси, России, Америки. Также мы будем ждать и
Зрозуміло. Наших Олександр, друзей. І коротенько про другий захід. Значить, второй фестиваль мы должны были проводить его в августе месяце этого года. Но, к сожалению, по некоторым причинам мы не успели подготовиться, так как большинство организаторов вообще не было в Николаевской области. Значит, организатор, глава филии Всеукраинского литературного клуба «Феникс» во Львове, вообще ее не было в Украине. Я, к сожалению, провел 2 месяца в больнице. И мы перенесли фестиваль молодежи, который должен был провестись в августе, на 15 ноября. Также, в общем-то, у нас есть немного больше времени на подготовку. Приглашение уже, в общем-то, мы разослали на все области Украины, как это будет не международный, а всеукраинский фестиваль молодежи. Я думаю, то, что открытие будет проходить в патриотическом стиле, так как Львов, как я уже говорил, это город украинской культуры. А в общем-то дальше участники покажут... У нас есть места украинской культуры. А дальше участники покажут, кто что подготовил. Я на сегодняшний день знаю то, что участники молодежного всеукраинского фестиваля, который будет проходить 15 ноября во Львове, там будут, в общем-то, культура и искусство и Испании, и Франции, и Англии, и также берут классику России, которая была в 19 веке. И, в общем-то, как мне уже пообещали, значит, наши друзья с Минска, то они приедут с прекрасным хореографическим номером, как я уже говорил, Айсидоры Дон, который называется «Интернационал». К сожалению, он был запрещен в 20-25-х годах прошлого века, но сейчас наши гости с удовольствием готовы его представить для всего Львова. Олександр, з нетерпінням будемо чекати всі заходи. Дякуємо, що ви сьогодні завітали до нас на ефір, все розповіли, все розказали. Будемо чекати і будемо слідкувати. В ефірі була програма «Це вас хвилює». До нових зустрічей!